Заехали в новый дом, делаем ремонт. Едоблог с элементами шоу. Мама, роди меня обратно. Всем здрасте. И вы на канале Вася Пельмень. Почти месяц отсутствовал, даже больше. Не было чего-то какого-то. Ну, в общем, не было что-то желания ничего снимать. Вот так вот сейчас вышел гречку посмотреть. Гречка вроде ничего, но, ребят, после донника гречку лучше не садить. Тут донник года 3 был. И вот, хоть и вспахали, подсада донника вымахала. Гречку вроде можно убирать. Вроде даже и такая ничего. Но нет, наверное, сама сыроватая, дожди были. Ну, можно было бы убрать, прогнать, ну, прям, видите, роса. 11 час. Прям вот капельки водички. В принципе, я там маленечко что-то снимал. Ну, сейчас ставим ролик, у нас тут рыжий камикадзе был. На память, Андрюха, тебя запечатлим. Электрик какой-то непонятно. Ты подожди, если ты уебешься, хоть на видео останется. Знаешь, как весело будет. Тебя запомнят как хорошего этого танцора в Ютубе. Может, не полезешь? А как ты там будешь его приматывать, если тебе надо будет держаться? Хуй знает. А? Да пизда. Ты в курсе, что пизда не лечится? Да пошло оно все нахуй. Там еще метра два лезть. А я пойду свет включу пока. Предлагаешь ему на другой лезть? Страшно, да, ему? Молчит что-то старый. Я не понял. Ага. Шифтер обдарил кусок. Ну? Мама, роди меня обратно. Ты же сам полез, ты никто не заставлял. А если б, сука, не наждак, я б хуй полез. Чаю захотел, может? А, да хуй я тебя отрезаю. Он же оторвал. Нет, не он. Да я там хотел подкрутить, он отвалился. А зачем ты подкрутить хотел? Блядь, там, ну. А, ты его и сломал еще. Вот тогда лезь, тогда если упадешь, будет не жалко, сам виноват. Сам сломал, сам полез делать. Он крепко. Стоп, крепко держится? Ну. Он на пасынке, так что давай, не ссы. Это крепко. Ты понимаешь, Вася, что это минимум косарь денег? Косарь денег? Если ты уебешься, это очень много денег тебя хоронить. Знаешь, что будет самое обидное? Когда ты будешь слазить, ты ебешься. Вася, заебал. Панику наводит. Тебе страшно? Ну, естественно. А ты свой вес на руках удержишь долго? Нет. Нет? Секунд 10, не больше. А что страшнее, слазить или залазить? Залазить. Ты сейчас ближе к земле, я сейчас расцелую миленькую. Ты шаги такие покрупнее делай уже. Да тут уже, если что, тут максимум перелом. Ой, что-то хрустнуло. Так и назовем. Рыжий каскадер. Родненькая, быстрее. Ты правда боишься? Какое страшно здесь поезд, как-то А что, тебя поезд спасет, да. Если столб упадет?
Я-то переживал не то, что ты свалишь, а то, что столб нахнется. Это было бы эпично вообще, да. Ладно, иди включай. Я тебя могу довезти. Поедешь? Ну все, рыжий слез, так что не переживайте. Он жив, здоров, орел. Жив, цел, орел. Можешь танцевать. Там еще там деревенские бендейки, там ремонт делали, тоже маленько кадров ставим. Рыжий, мы не сняли начало работ. Всем привет. Да. А что, можно будет целый выпуск делать, почему бы нет, да? Это мы-то заехали в новый дом, делаем ремонт. Старый. Все развалился просто, это новый. Это новый. Мы тут не жили до этого. Мы тут до этого не жили. Сколько? 5 лет? Я 4 года. Мы 4 года до этого не были, да? Ой, подожди, календарик 2012. Зато? Зато? ЛДПР, не Единая Россия, видишь? Ну, уже лучше. Уже даже лучше, чем было. Да, Надюха? Ты, главное, не кричи. Еще на раз кухню не пашут. Вот так, чуть-чуть всего. Тут. Кировец там пашет, он там вот. На сушилку сейчас залезу. Покажу тут что. Пахал кировец, тут 50. Сегодня-то вчера дождь был, сегодня не пашет. Завтра будем пахать, я этот кадр запишу. В принципе, вот так вот тут. Да, что еще? Бился я там по морде, получал. Что еще из новостей? Из-за, как там говорили в Польше, курва, пердаленный ковид. Из-за этого я не поехал в Сербию. Хотели в Сербии делать пощечину, из-за этого я не поехал в Сербию на пощечину. Вот так вот. А так вроде все нормально, все работаем. Всем здрасте. На фоне картины Кобена начинаем новый блок на канале Вася Пельмень. Сегодня будем 3 раны ссылки отсюда вот. Туда вот тягать, оттуда мы их выкинем. Что он там находится? Закинем. Сейчас вылетит птичка. Чё? Это ну я же тебе говорю, давай залезу. Все. Давай, Геннадий. Будем ее. Кто? Попало как раз. Че вылетело? Вал. А он уже все нахуй там они. Держи. Прокатывать надо, да. Сейчас все уронит. Хуям. Да, я вас знаю. Ну она если упадет уже, все. Что падает, того не ловят. В общем, опять начал трансформацию. Делал как он, чекап или как она там эта штука называется, по-умному, короче, съездил, анализы сдал, блядь. Получше стали, получше, чем перед Клеопатрой. Возможно, опять пойдут в Клеопатру. Наверное, после Нового года, а может, перед Новым годом. С рыжей все нормально, все хорошо. Ну, сразу это, вопрос опережай, уже буду спрашивать. Урожайники не хую. Клинцу убрали, гречка осталась, меня маленько.
и овес. Ну, посмотрим, что там по погоде, все уберем. Овес на вид вроде неплохой. Надеюсь, это, ну еще это, когда у нас это, отжинки же будут, отжинки заснимем всей бригадой готовку, ну и пьяных засниму. Это уже, может, следующий кролик будет. В принципе, такие дела. Сейчас буду мариновать шашлычок. Ну, товарищей операторов никого нету. Так что сильно не покажу. Ну, стандартное будет все. Замариную, конечно, свининку и замариную конинку. Попробуем что-нибудь завтра уже, когда будем жарить. Завтра у нас будут тамалапати, аджинки. Там уже будут свободные руки. И, возможно, сделаем этот, как он, казан-кебаб, возможно. Цены, конечно, страшные. Покажите, да, будет? Да, покажите. Блин, 480, колбасик. Сам дурак подлетел, может, она? Покажите, да? Да, как? Спасибо. А что ты карточки рассчитываешь, а не наликом? Во-первых, это удобно. Налик — это прошлый век. А во-вторых, грех не пользоваться. Карточка Тинькофф Блэк. Посмотрите на эту красоту. Кэшбэк на все 1%. На 3 выбранных категории аж 15%. На покупки билетов в кино и театр 20%. И это все возвращается настоящими деньгами, а не какими-то вымышленными баллами. 6% годовых на счете, которые начисляются каждый месяц на счет, можно накопить, например, на запчасти. Деньги можно снимать в любом банкомате мира. Переводы с карты на карту без комиссии. Переходим по ссылочке в описании и заказываем самую лучшую карту самого продвинутого банка. А кто успеет до 31 октября, для тех будет обслуживание бесплатно навсегда. И это еще не все. Кто потратит по 10 тысяч рублей, тому вернется 1500. Так что, ребята, ссылочка в описании, переходим, заказываем, и все, давайте дальше ролик смотрим. Уже давно не видали мои ролики. Сейчас будет пати на хате. Вписк! Корпоратив. Сейчас делаем сырную тарелку. Конечно, без этого, как они думаете, без камамбера. Сырная тарелка пивная. Лёхому покажу, Лёху, он этот чипс со мной делал мастер. Называется пати на хате. Знал, что в детском доме запретили сок «Моя семья». Почему? Копченым пахнет, якобы копченым, дымом тут его облил. Михаил должен анекдот сегодня какой-то рассказать по-любому. Он еще жахнет, он по-любому анекдот расскажет. О, рыженький. Заправлять 150-ку ехать входом. Да, ты пахать. Тут же, ты же не причастен к уборочной компании. Ты разулся, да? Все? Здрасте, здрасте, люди добрые. Где у нас? Что сказал? Что пиво теплое. А что пиво теплое? Вечно недовольный Иван. Ну, Богородик, купает. Бахма. Еще могу гонить. Ну, что ты делаешь? Ну и он подходит. А вы что, блядь? Земли самогонку собирают? Да. Тут в поле аппарат достает. Земли накидывает с огорода. Гнать хуй в рот. Подходит, говорит. Что-то у меня не хуй, говорит. А твоя баба, говорит, две тяги брашки выливала. Что ты ругаешься? Рыжий говорит, я водку не буду брать, туда приехал. Шашлыки пожарить только. Все. Все жарить. Давай, чтобы у тебя побольше урожая было. И... Никто тебя не слушает.
Почему я его слушаю? Чтобы побольше урожая было и насадил. Ну и все, посадил больше. Да и вообще вы все молодцы. Один рыжий насаживает, а второй рыжий будет жарить. Ну и все. О, начин только начинает. Румянится нас. Нормально тут жару. Жару. Кто-то косячно насаживает. Да холод же жарит. Кто? А, рыжий, рыжий. Надо насаживать так, чтобы шампура не было видно. Да развертки закладывают. Самые ручки по самому. Да. Крути сейчас надо. Показать. Самое главное организовать это все. Работать и дурак. Все, закрывай поддув, разгорелись. Закрывай поддув. Все, закрывай поддув. О, можно под 50%. Ну давайте. За наше все хорошее. Да. Чтобы, дай бог, говорю, нынче погодка, да, вам? А ты гармошку взял? Чтобы. У тебя уже начало, смотрю, поперло. Ну давай, ну. Да, да, как. Не кидай, брат. Они тоже хочут, ёбаный. И даблок с элементами шоу. Подожди. Хорош баловаться, Петя, ёбаный. Там реально еще пару раз подойдете, помешаете. Они сейчас без меня намешают, что и жрать нечего будет. Это Василий Гамовский, хуёт. Зачем ты это сказал? Ну, извиняюсь, подумаешь, пощечину получу, и потом он мне будет реанимацию эту оплачивать. То, что его хуй давно звал. Лёшку больше наливать не будет. Секрет за интригент. Пи***ец, бурдамаг у нас. Перепить собрали, нахуй. Нет еще у нашей компании такого молодца, который Эдуарда перепил. Вот Серега, да, Серега конкурирует. Там мы на равных можем, да? Да, Серега, я только, Серега со мной только попадает, блин, пи***а нам. Свидал? Я помню, что Женя что-то не помню. Петруха пропустил. Рюмап. Мимо. Да. И не стал выпивать, короче. Мы, короче, в***али, я говорю, ты пропускаешь его. Нет, я говорю, ты пропускаешь, он пропустил. Ты так скажи, ты ему не налил, а не он пропустил. Да, я ему не просто не налил. Да. Мероприятие прошло удачно. Очень. Им знали только в лицо. Михалыч спит. Не, ну все равно это и не пьющие. Олени, олени, да.